На стадионе спортивной школы номер 1 поселка Афипский прошли соревнования среди детских футбольных команд Северского района. Посвятили их Всероссийскому дню футбола и открыли максимально торжественно. Среди множества гостей – глава района Андрей Дорошевский. Руководитель муниципалитета прибыл с подарком для команды победителя и обратился с приветственным словом ко всем участникам турнира. Футбол, он закаляет и дух, и силу воли, и командная игра, это и поддержка друг друга, это тактика, стратегия, это накал эмоций, страстей. Поэтому, ребята, я желаю вам победить, каждому победить. Каждый преодолевает себя и тем самым побеждает, вне зависимости, победила команда или нет. Не с пустыми руками посетил соревнования и директор благотворительного фонда, один из главных спортивных меценатов района, Андрей Андреев. Дать сертификат на сумму 100 тысяч рублей, на который председатель спорткомитета купит в спортстиле и приобретет все необходимое оборудование или форму для всех участников соревнований сегодняшних. Во время игры на поле ребята показали высокий уровень подготовки. Болельщики увидели интересный, зрелищный и эмоциональный футбол. По итогам состязаний первое место заняли хозяева турнира – команда «Гепард» спортшколы номер 1 поселка Афипский. Второе место – «Черноморец» спортшколы номер 3 поселка Черноморский. Третье место – «Уильчан» команды спортивной школы номер 2.